Сегодня мы решили посетить пейнтбольный клуб под названием «Скорпион», который находится по адресу воинов-интернационалистов на территории фэнтези-парка. Почему мы решили его посетить? Во-первых, потому что он находится практически в центре города. Во-вторых, он работает круглосуточно. Ну что, давайте зайдем и посмотрим. Евгений, добрый день. Мы хотим поиграть. Сколько это будет стоить? У нас базовый комплект стоит 2500 человека. Туда входит полностью экипировка, комбинезоны, маска, жилеты для отличия и маркера. И также 100 шаров, это 100 выстрелов. Играйте, пока шары не закончатся. Все, нам выдали форму, пойдем теперь одеваться. Ребята, отличный клуб. Рекомендую приезжать играть. Безопасные площадки, отличное оборудование, хорошие инструктора. Так что мы всегда здесь, мы всегда с вами. Мы ждем всегда вас на поиграть. Отличный клуб. Лучше в Караганде. Море адреналина, море веселья. Приходите, мы вас ждем. Пейнтбольный клуб «Скорпион» высший в Караганде. Всем советую прийти, поиграть, выбросить адреналин. Ну и получить приток хорошего здоровья и, как бы сказать, разгрузочной такой, как бы, атмосфера здесь, что можно пострелять, отдохнуть на свежем воздухе. Ну и желаю всем здоровья. Ну что, закончилась игра, нам на самом деле все очень сильно понравилось. И для того, чтобы наши зрители узнали больше о клубе, мы хотели бы задать несколько вопросов. Евгений, почему наши зрители должны выбрать именно вас? Во-первых, у нас удобное место расположения в центре города. Во-вторых, к нам можно прийти в любое время, мы работаем круглосуточно. В-третьих, у нас две игровые площадки, на которых мы постоянно делаем изменения. Есть форма разных размеров, новые маски и большой выбор пейнтбольного оборудования. Кто ваши основные посетители? Пейнтбол – это универсальный вид отдыха. К нам можно прийти с семьей, друзьями, коллективом и провести отличное время. Евгений, большое спасибо за ответ, большое спасибо за игру. Мы обязательно к вам еще не раз придем, что советуем и вам. Приходите по адресу воинов-интернационалистов 29 на территории Фэнтези Парк, пейнтбольный клуб «Скорпион».